Танцевальная яма и новый арт-объект. Организаторы рассказали, как Екатеринбург отпразднует 301-й день рождения. По традиции, точкой притяжения станет площадь 1905 года. В этом году любой желающий сможет оставить свой след на главной площади города. Это большие буквы «Семья», которые в самом начале праздника будут обезличены. Они одного цвета, они пусты, они еще не наполнены счастливыми лицами екатеринбуржцев. Мы очень надеемся, что к финалу праздника, когда через нашу общегородскую семейную фотосессию пройдут тысячи екатеринбургских семей, этот арт-объект засияет другими красками. Второй традиционной площадкой остается исторический сквер. В нем пройдет открытие праздника, а ближе к концу дня на сцене выберут главную красавицу города в рамках ежегодного конкурса красоты «Мисс Екатеринбург». В финале праздничной программы выступит один из хедлайнеров – Ольга Серябкина. Вторым хедлайнером площадки стала группа «Добро». Завершится празднование салютом. Еще один фейерверк запустят в Академическом районе. Мы сохраняем идею озвучки салюта, то есть будет у нас акустика на Октябрьской площади и на флаговой группе. В 10 плюс-минус мы будем синхронизироваться с окончанием выступления хедлайнера. С 10, 22 часа до 10-10. Вот в этот промежуток мы начнем городской фейерверк. Длится он будет около 7 минут.